Твою же мать, да что ж такое? Ты кто? Всем привет, друзья, подписчики и зрители канала «Играю». Меня зовут Дмитрий, мы продолжаем Лизе играть. И у нас страшная, страшная бабка, которая преграждает нам путь и не дает, собственно, пройти дальше в этой игре. И нам нужно выбраться из этой вонючей шахты. Сейчас сделаем все, что требуется, все, что по... Чего? Все, что по максимуму можно сделать, мы сделаем. Так, здесь пока ее нет, но если пойти вот туда дальше, она там появится, сработает скрипт. Здесь пока у нас тишина и никого нет. Хорошо. Давайте вспомним немножко коридоры, как они выглядят. В смысле, куда идти, кого... Так, здесь у нас тишина, никого нет, бабульки нет, здесь... Так, это что такое? Кувшин. Пинай, пинай, разбивай его нахрен. Так, окей. Камень. Кстати, камень. Не-не-не-не. Камень нам надо принести куда-то. Я уже не помню куда. Сейчас принесем. Та-та-та-ра-та-та-ра-та-та-та. Камень надо... Понял. Я помню. В каком-то месте там их два или три лежит. И там есть панелька. Мы, по-моему, в прошлой серии как раз доходили до этой панельки. Твою мать, да почему так темно-то везде? А, вот здесь где-то эта хрень. Вот. Во-во-во-во, точно. Вот здесь панельки, через которые нужно, собственно, что-то перекидывать. Вот она. Есть такое дело. Что-то открылось у нас. А вот еще панельки. Вон у нас клетка открылась. Но туда я попасть не могу. А вот тут, так, получается две кнопки. Здесь, здесь и здесь. Три штуки всего. Так, тут у нас не работает. И здесь у нас тоже. У нас тишина и покой. Угу. Хорошо. Ну, пойдемте. Потаскаем камни. Сразу кувшины надо разбить, потому что они реально отвлекают. Где ты? А где он? Кувшин через стенку перелез? Нет, исчез. Кувшин исчез. Так, окей, найдем камни, скажем мне. Я пока камней не вижу больше. Тут при... А, во! Здорово. Идем, берем и идем туда, куда-нибудь. Куда-нибудь сюда. Вот, по-моему, кстати, нам сюда и надо. Сейчас появится бабулечка. Не-не-не, здесь вот сюда, по-моему. Появится бабулечка, которую, над которой надо будет ловко убегать. Но не знаю, посмотрим, как я справлюсь с этой. Да что ж такое? Куда идти-то? Сюда или туда? Сюда, по-моему. Так, нет, не сюда. Или сюда. Так, давайте и бежать не можем. С камнем бегать нельзя. Да я по кругу хожу, ё-моё. Так, вот здесь. Вот сюда. Давай, вот так, здесь. Нет, 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 это не сюда. Так, ага, все правильно. Вот сюда идти. Вот сюда и направо. Вот сюда мы сейчас зайдем. Направо повернем. Вот он был, кувшин. Сейчас будет кричать бабулечка наша. Вот. Ну, она пока далеко, мы можем спокойно. Спокойно можем вот так сделать. Вот так. Во, хорошо. И... Тихо, ты что творишь? Мы можем сейчас спрятаться и сидеть ждать, пока она сюда придет, а потом за ней аккуратненько уйти. Ну и где ты там, бабка? Бабка! Нету бабки. Ждем. Сейчас она должна прийти. Я не пойду туда, потому что она сейчас мне навстречу выйдет. Эй!
Непонятно. Где-то ходит, ходит. Подождем. Нам-то что? Эй, ты! И кинуть даже нечего. Эй! Нету. Бабульки-то нет. Мы тут пошумели, она, по идее, должна прийти. Ну ты где? Так. Нету. Так, кнопка. Ладно, ну чё. Надо попробовать перейти. О, идет, идет. Идет, идет, идет. Ага. Беги, 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 беги. Нет, 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 дружище. Я тебе. Ай, бляха, муха, не туда. Налево, 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 налево. Ты только вытерпи, вытерпи и пробеги. Вот сейчас еще раз налево. И вниз. Да блин. Все, вниз и хорошо. Отлично, отлично, отлично. Убежали. Все, теперь нам надо, собственно, расставить камни. Так как нам надо их расставить. По кнопкам. Вот. Иди сюда. Так, есть. Так, давай, забирай, 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 забирай камень. Ты, тварь такая. Ладно, давайте вот так сделаем. Обана! Я говорю, обана! Обана! Ага, великолепно. Главное, чтобы какая-нибудь кнопка не открыла дверь в эту, в мою комнату. А то я буду сейчас кидать, и она откроется, и я даже не замечу этого. О! Мы, по сути-то... Во, ребята. Ребятишки, мы бы открыли кнопочку. Давайте ее закроем, нахер. Вроде все. В этой комнате не должно быть никого. В этой комнате не должно быть никого. Наконец-то я сюда добрался. Отлично. Так. Бабка осталась там. Ну, пойдем. Сохранение будет? Я слишком много сделал. О, дверь. Она закрыта. Дверь закрыта. Ладно, она, по идее, должна быть открыта. Ну, как бы открыться должна. Ой. Вот еще. О, там. Непонятно, там непонятно. Так, ой-ой-ой, тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Рычаг нужен, да? Нужен рычаг. Это что такое? А, свечи. Радует, что опять длинный коридор, опять он темный, собака. Ну что ж такое-то? Ну ладно, пойдем. Я надеюсь, сохранение-то было. Или нет? Кстати, давно не было сохранения в принципе никакого. И это очень меня беспокоит. О, это лифт. Да может, давайте не будем лифт нажимать, а, товарищи. Так. Ладно. Что это? Что это? То есть я сейчас сюда зайду и поднимусь наверх? Не-не-не-не-не. Погоди. Игра. Так-то все это грустно и печально на самом деле. Мне... О! Как я пропустил-то это все. Всякий раз, когда закрываю глаза, я мечтаю о солнце, касающееся моей бледной кожи, смывающем мои проблемы под потом яркого очищающего... Под потоком, наверное, света. Минуты уходят, только сейчас я понял, что моя плоть предстает в виде бесконечной плоскости, выжженной земли с черной, как смоль, кровью, текущей из всех трещин в мое разбитое тело. Адский бассейн наполняется моей собственной кровью,
пожирая меня, будто последний вид мой вопль исчезает в купе приглушенных криков. Окей. Так, хорошо, мы нашли эту записку. Так, здесь никаких... Там у нас повешены. А никакого у нас нету рычага, в принципе, да? Так, и здесь. И здесь, и здесь. Это факел. Факел нельзя брать, к сожалению. К сожалению, факел брать нельзя. Игра, возможно, будет подфризивать. У меня там рендерится видео другое. Поэтому, простите, ребяточки. Я не хотел. Я не специально. Ну, пойдемте тогда сюда. А что делать? Ну, я же говорю, он автоматически как-то работает, этот лифт. Ага, вот она дверь. Вот тут сохранение должно быть. 100 пудов. Да? Нет? Нет? Ой, там свет. Так, еще читаем. Нихера себе. Справа в коридорах Аида ты найдешь речку. Там стоит неподвижно призрачное кипарисовое дерево, зовущее каждую падшую душу предать себе атому потоку. Но остерегайся этой реки, ибо имя ей Лето. Вместо этого продолжай опускаться, и тогда ты окажешься перед другой рекой с прохладной водой, вытекающей из заводи. Памяти, которую охраняют вечно бдительные хранители. Они спросят у тебя причину твоего визита. Говори им правду, не устрашаясь. Я сын земли и звездного неба, но рожден я был на небесах. Об этом вам известно. Меня мучает жажда, я погибаю. Подайте мне быстрее прохладной воды, вытекающей из заводи памяти. Только тогда властители этого царства предложат тебе испить воды. Каждая капля этой воды откроет тебе все новые секреты, так же, как и другим до тебя. А затем ты, наконец, станешь пировать среди богов. Очень интересно. Так, тихо. Кто там? Эй! Так хорош, прям. Дайте мне сохраниться-то, люди. Вот вообще. Я херею. Так, это... Понятно, это вниз. Это если я захочу вниз. А мне надо сохранение. Мне нужно сохранение. Охренеть. Вот. Что-то у нас тут есть. Да японый бог. Так, здесь у нас очень много всего, да? О, фонарик, хорошо. Так, здесь получается. Можно вот эту вот хрень разбить. И из нее вылезет какая-нибудь очередная хрень. Почему ты не разбиваешься, тварь? И где? Ага, еда. Ага. О, там много всего. Мясо, ты посмотри. Класс. И еще раз. Отлично. Все, мы поели, мы покушали. У нас восполнилось здоровье. Прям прекрасно. Сохраниться бы еще, а. Еще, блин. О. Очень, очень подтупливает игра сильно. Это собака рендеринг. Тихо, кто это? А, это никто. Ладно, ну что, пошли. 13 кадров в секунду. Я хереваю вообще. Так, 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 тихо, тихо, тихо. Мы сейчас должны дойти, все будет хорошо. С правой стороны что это? Синенькая штучка, она мне нужна. Тихо, да что такое? Так, 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 так. Это где-то здесь он говорил про эту речку. Ну-ка, записка. Спустя мгновение она открыла рот и закричала в агонии. Когда ее сломанная челюсть приоткрывалась, взору предстало ужасающее зрелище ее сломанных зубов и выдернутой плоти. Джейкоб подтащил ее поближе и поднял на ноги.
На мгновение я подумал, что этот садист наконец успокоится и прекратит это все, но мои надежды испарились, когда я взглянул на его лицо и увидел, как его губы растягивались в жуткой улыбке. Вскоре после этого, в то время, как ее разбитое лицо прислонили к горячей печи, он начал выливать на нее горячее масло, запекая так. Я не мог вынести этого зрелища. Все, на что я был тогда способен в такой прострации, это заставить свое тело ползти к лесу. Я был трусом. Ага. Ясно. Так, тихо. Книжка какая-то. Тут очень много понятно так неясностей, непонятностей. Кто такой Джейкоб? Кто такой чувак, который убежал? Надо как-то все это в одну историю как-то, не знаю, соединить, потому что... Так, а здесь у меня дверь. Почему я не попробовал ее открыть? Ну-ка. О, красота. Только почему-то я так думаю, что здесь будет сейчас печалька. И туда не стоит. Ой, капкан! Заметил. Я совсем забыл про эти капканы вонючие. Лучше... О, боже мой, сколько тут всего. Как хорошо, что я сюда попал. Забирай. Не забирает. Так, ладно, мы сейчас вылечимся. Раз, два и заберем. Так, тихо. Ага, забираю еще. Читай. Уважаемые коллеги, я который раз пишу вам, чтобы выразить свое глубочайшее восхищение за все, что вы предложили нашему обществу. Благодаря вашему исследованию было спасено множество людей, при этом остальным удалось облегчить страдания, которые им предложило бы терпеть. Быть единственным врачом в этом тесном сообществе всегда было непросто. Ежедневная борьба науки и морали, словно ребенок на бесконечной детской площадке. Я очень дорожу нашей перепиской и глубоко признателен за вашу поддержку. Это дает мне силы продолжать. И я снова побывал на раскопках, чтобы записать все, что может помочь нам в наших исследованиях. Один из шахтеров поведал мне о странном совпадении, произошедшем в то время... Он сказал, что оно произошло через несколько дней после того, как они обнаружили в шахтах чрезвычайно твердую горную породу, после чего возникло агрессивное поведение людей, подозревая, что находящиеся в воздухе вещества были выпущены после того, как работники решили по ошибке копнуть этот материал. В следующий раз, когда я буду на раскопках, я соберу образцы и отправлю их вам. Ага. Так, зажигай свет. Так, окей. Сколько тут всего? Ну иди, твою мать! Чё ты орёшь? Я не хочу опять сбегать от этой дуры. Вот реально. Как она меня достала. Реально, достала просто и всё. Что это такое? Сколько лет я пытался открыть ворота, но все бесполезно. Оказывается, не хватает последнего фрагмента, который станет самым большим моим открытием. Мое последнее исследование показывает, что за воротами находится источник огромной силы, и мои выводы подтверждают древние записи. В старых докладах упоминается некий портал в совершенно иной мир, но есть основания полагать, что эти ворота в действительности могут оказаться древним механизмом, ведущим душу к просветлению, освобождению ее от своей телесной оболочки, для того, чтобы жить вечно. Воротам необходимо какое-то внешнее воздействие, но пока я не выяснил, что это может быть. Все, что мне известно, это то, что это должна быть сущность с большим потенциалом. И если мои расчеты правильны, то это может оказаться живое существо, как минимум человек. Если бы у меня было больше средств, больше подопытных для работы, не сомневаюсь, я разгадал бы эти секреты и, наконец, стал бы настоящим бессмертным. Подпись: доктор Розенберг. Мать твою, бляхамуха, Розенберг. Так, здесь я... Окей. Она там где-то орала, где-то кричала. А мне куда идти? Вон река. Я могу в нее упасть? Вот ради интереса. Могу или не могу? Как вы думаете? Та-та-та-та-та-та-та. Так, прыгнуть, не прыгнуть, прыгнуть. Так, а где бабка эта? Она орала. И где она? Непонятно, ладно. Пойдем-ка. О! Опа-на, заставочка. Что это? Твою же мать, да что ж такое? Ты кто? Ты доктор Розенберг? Доктор Розенберг? Не-не-не-не, ты чё? Эй, бабулечка.
Зачем ты... А, может она... Нет, может она вообще хорошая? Какого хрена? Ой. Ой. Ой, у нее нож вместо руки. Охренеть. Не надо, не надо, не надо, не надо. Не надо орать. Это все? Ой. Она убежала, что ли? Я ничего не пойму. Ушла. Ой, кто-то плачет. Кто-то плачет. Что происходит? Сохранение. Так, окей, сохранение прошло. Что происходит? Так, я не... так, окей, окей, окей. Она ушла. А ты кто? Непонятно, ладно. Сохранение прошло. Пум-п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 ум. Она куда-то убежала, и я не знаю куда. Но у нас был проход туда дальше, да? Ну и пошли. Ой, прыгай. Прыгай, 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 говорю. Так. Вот, вот тут у нас еще... Ой, кто это? Так, давай почитаем. Когда профессор сообщил мне, что и мать, и ребенок в безопасности, меня переполнила радость. Но это чувство не продлилось долго, потому что в своем... Чего? Отчаяние я выразил все, что было для меня главным. И было уже слишком поздно, когда я наконец-то осознал, что мой новорожденный сын должен быть стать, должен был стать его подопытным кроликом. Кошмар вспыхнул в моих снах, дождь человеческих воплей. Мольба о помощи моего сына пронзила мой разум и развеяла мои мысли. Я должен положить этому конец до того, как все будет потеряно. Окей. Это что такое? О, еще один. Так мы сейчас откроем. Дверь, портал. Что это такое? Ага, открыли, закрыли, повернули. Что это? Ой, твою мать, что это было? Ну, ничего-то не получается у меня. А, жизнь не уходит, я надеюсь, от этого. Крест, шмест. Да почему ты так тупишь-то идти, твою мать? Чего-то не хватает здесь, явно. Ну-ка, может быть... Ага, понятно. Нужна была моя сила с типа с высоким потенциалом, ясненько. О, боже ты мой, сейчас будет жопа, наверное. Или конец эпизода номер один. А что мне делать-то? Он крутится сам по себе, мне как-то надо остановить его. Ой. Точняк. Ой, ну-ка подождите. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Вентилятор. Так, что, мне заходить, не заходить? Ой, я иду. Я иду. Я иду, да, я иду. Так, это у нас получается уже все, ролик какой-то. Ну-ка. Чувак, о, руки. Ой-ой-ой. Ну-ка, правую руку покажи, у тебя... А, все. Эпизод первый я прошел. Вот как я и думал, после этого эпизода с бабулькой, видимо, это был последний. Последняя серия первого эпизода игры Лизе. Потрясающая игра от, по-моему, турецкие они или кто там. Венгерские, румынские разработчики. Круто, спасибо за игру. Спасибо за то, что смотрели, ребят. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Меня зовут Дмитрий, и это игра Лизе, эпизод номер один. Поэтому ждем второго эпизода, она прикольная. Она, походу, греческая игра-то, господи. Она, по-моему, первая даже у этих разработчиков. Так что, пока-пока, всем добра.